Керриган, что это за важные новости? Начали растет новый штраф. Это невозможно. Почему мы должны тебе верить? Потому что я больше не тот бессмысленный убийца, с которым вы сражались в начале сразу. Высший разум умер. И больше надо мной нет контроля. Я понимаю, что мое появление внезапно и странно. Но вы должны она поверить. Она лжет. Она заражена. Я не поверю ни одному ее слову. Потише, Джудикатор. Продолжай, Керриган. Многие отступники из мозгов под командованием Даггета слились в новый высший разум. К счастью, образование пока что на начальной стадии. Оно пока не контролирует Трою, но Даггет и другие контролируют многие выводки. Два мозга, которых вы убили, были из сил Даггета. Слушайте, мне не нужно вам объяснять, что произойдет, если эта штука наберет силу. Я знаю, что как только он разовьется до конца, он получит полный контроль надо мной, как и раньше. Мне бы не хотелось, чтобы это произошло. Я уверена, вам тоже. Даже если то, что ты говоришь, правда, наша задача — спасти мир, а не убивать высший разум. Мы должны найти кристаллы, прежде чем нас победят. Тогда я помогу вам в ваших поисках. Если вы разберетесь с местными отступниками зергами, это разбудит Даггета и всех остальных. Дети мои, оставьте свои опасения и предчувствия. Мы должны выполнить то, что должны. Керриган поможет нам. Хоть она и была нашим врагом раньше, это не значит, что она осталась им и сейчас. Позвольте ей доказать, что она может быть ценным помощником. Теперь надо сосредоточиться на ближайшей задаче. Ищите Юрай на планете Праксис и не давайте себя остановить. Мы сделаем это, Матриарх. Но не жди, что мы забудем преступление Керриган против нашего народа. Палач, готовь наши войска. Мы высадимся на Праксисе до восхода Луны. И вновь конец брифинга, мои дорогие друзья. С вами, как всегда, Дезертир, и мы продолжаем проходить StarCraft Brood War. Наши войска летят, они на подходе, и здесь танки, и мне опасно, обидно, и в общем-то что-то мне не нравится, что здесь происходит. Надо как-то здесь все захватить. Что ж, нам придали сюда Керриган. Объясни мне кое-что, Зерафон. Почему твои люди оставили такой важный кристалл в руках ветерана? И не оставляли. Давным-давно этот мир был колонией Протоса, который назывался Кератор. Когда борьба между нашими племенами усилилась, мы оставили эту планету. Вместе с ней и кристалл. Тираны пришли туда только недавно. Вот так вот. Тираны пришли сюда недавно. Вы можете будете атаковать все-таки то, что я вас прошу, а не то, что вы сами хотите, не? Спасибо. Я слушаю. Я отлично. Даже так. Окей, тогда вообще все идеально просто. Ладно, как долго ты будешь развиваться здесь? А то Керриган тут устанет все это дело бить. Мне кажется, 50 урона. Это круто, но... Черт, я не хочу смотреть на карту, она мне что-то не то напоминает. А типа скорее откроем побольше карты, дабы узнать, что все-таки что-то нормальное здесь есть. В общем, нам надо достать Керригана сюда. Так, идем за Керриган, разведываем пока обстановку, у нас все равно не построился еще.
наша база. В принципе, она вот теперь как раз построилась, но все равно здесь будет добываться. Постройте больше пилотов. А, серьезно? Врач, у нас проблемы. Ворота были повреждены во время перехода. Из-за сильных повреждений мы не сможем ими воспользоваться. Вон оно как. Короче говоря, у нас действительно проблемы. Ну да ладно. Придется без врат как-то обойтись. А что у нас здесь есть? Офигенная ледяная планетка. Тихо. Противопоставить можно ей огненную планету из второй части. Очень классно сделанная. На тот же манер примерно. По крайней мере, здесь мы можем ходить по воде, которая на этот момент заморожена. Видим, что вот здесь у нас тираны. Видим, что они нас видят, в принципе-то говоря. Керриган экает все время. Но нас это не сильно останавливает, потому что мы пока развиваемся. Так, там танки, которые нас не сильно жалуют. Это не очень хорошо. Но поглядим, что мы имеем. Так, вот здесь вот я вижу бункеры. Если там нету ничего такого, то мы скоро туда спустимся. Пока что туда надо предогнать наших ребят, которые будут чем-нибудь заниматься полезным. Также поставить сюда наших других ребят, которые будут отвечать за нашу какую-никакую на безопасность. Временно, я думаю, они смогут это сделать. Поставим рядом с ними воздух, точнее антивоздух. Ставьте вот так вот, как-нибудь вот так. Все нормально. И ставим их на удержание позиции всех. Дабы они занимались тем, чем нужно. Минус. 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 Ну и одного мы как-нибудь добьем, я думаю. Смотрим, что у них есть здесь. И надеемся на то, что у них здесь нет башни. Башни у нас здесь нет. Поэтому мы можем спокойно раздалбывать бункеры. Потому что энергии нам хватит у Керригана надолго. А как таковым просветить они ничем не могут, кроме как с базы. Но навряд ли они этим будут заниматься. Давайте побьем их немножечко. Мне нравится, как горят, умирают марики. Интересно, есть здесь вышка? А то мы так можем сломать спокойно все и вся. Кстати, давайте кинем штормы. И хорошо он взорвался. В общем, устраиваем небольшие диверсии. Плюс надо будет воспользоваться поглощением. Не, не успеешь ты, по идее, спасти. Я вот не помню, может ли она поглотить. Недопустимая цель. Нет, к сожалению, его она поглотить не может. А вот может ли она поглотить Марика? Это, конечно, интересно, тоже недопустимая. Окей. Видимо, только собственных юнитов. Хорошо. Но мы лишили противника как минимум одного барака, что лишит его постройки на некоторое время. В любом случае, это весело, когда вы в самом начале можете спокойно брать и уничтожать противника. Хотя он об этом ни слом, ни духом. Ни сном, точнее, ни духом, простите. Так, давайте поставим вот сюда. И поставим еще вот сюда. Отлично. Все у нас добывается потихонечку. Как я уже не раз говорил, разводить я особо пробок не буду. Конечно, можно, конечно, нужно, я бы даже сказал, но не так обязательно, как кажется. В принципе, они довольно неплохо и сами все это дело делают. Так, смотрим, чтобы у нас здесь не было ежа в штанах. Керриган должна пасти это все дело.
постоянно. О, у нас здесь есть еще бункеры. И у них нет защиты, богогашеньки. Такой моряк подумал, что-то бункер горит, дай-ка я из него выйду. Не, ребята, это так не работает. Вот без бункеров они будут не так сильны, как им хотелось бы. Плюс, по идее... Так, убираем маскировочку. Плюс, по идее, мы вот отсюда, кстати, достаем до них. К сожалению, нет. Серьезно? Ты напал на Керриган? Ты псих? Так, давайте сделаем вот так и плюс установим ребятам все-таки их законные вещи. Попутно сделаем парочку силков и сделаем хотя бы одно улучшение. Кстати говоря, мне нужно построить здесь газилку. Окей, иди добывай. Парочку рабочих дополнительно. Керриган у нас пока накапливает энергию. Ну, как только она ее накопит, мы пойдем еще их порежем немножечко. Плюс возьмем с собой еще пару зелков. Ну так, чисто по фану. А может и не возьмем, не знаю. Погляжу еще. Как говорится, будет видно. Будет видно. На Air у нас, по-моему, идет апгрейд. Так. Первые пробочки пошли. Здесь хватит трех пробок, по идее. Сколько мне не изменяет, по крайней мере, память. На второй зелок вышел. Еще одна пробочка, которая тоже пойдет на газ. Как-то она же закрутилась, бедная, вы видели, да? Вот сейчас вроде наладится скорость добычи. Даже еще одну можно, по идее. Четыре пробки, получается, здесь будет. Да. Прям впритык последняя выходит, но это нормально. Это нормально. Там еще две сюда подстроим. Дабы минералы тоже добывались быстренько. А у нас здесь идет модернизация клинков. И нам нужны больше зелков. Нам нужно. Что еще? Керриган, давай ты сделаешь вот так, смотрите. Мы такие, идем. Смотрите, Керриган. Такие бамс, а Керриган уже нет. А здесь нету. Ни черта. Так. Нежданчик. Вот это нежданчик, откуда у них сканер преобразовался. Вот этот нежданчик. Ладно. Это было слишком нагло, наверное, с моей стороны. Необходимо больше пилонов, дорогие мои друзья. Необходимо больше пилонов. Пилоны будем строить вот этим маленьким ребятенком. Я думаю, их можно построить вот здесь, например. Здесь же мы запилим впоследствии пушку, потому что у меня есть такое ощущение, что там кто-нибудь будет. И нам нужно пройти вот сюда, как я уже говорил, чуть ранее. Построим сразу несколько пилонов. О чем-то у меня уехало, непонятно. О, окейшки. Хотя нет, лучше ниже не строить, потому что есть вероятность, что я запру таким образом вход себе. Так, здесь же мы построим вот эту фигню, позволяющую наши щиты восстанавливать. Что будет нам довольно полезительно. И мы здесь, кстати, не можем строить воздух. Вот такая вот неожиданность.
А вот это мне не очень нравится. Да хрен вам. Вот интересно, а Керриган можно восстановить щиты? Было бы неплохо, если честно, но, конечно же, нет. А Керриган просто не существует щитов. Проблема, как бы. Ну ладно. И на том спасибо, как говорится. Так, у тебя, по-моему, щитов нету, да? Да, вот у тебя щитов как раз нету. Отлично, этому мы щиты восстановили. Сейчас, я думаю, прокачаем броню. Керриган желательно, на самом деле, никуда не посылать. А сейчас вот можно небольшой армией, в принципе. Так как они не в бункерах. Думаю, выдвинуться немножко. Оу, я хотел одного отвезти, а не всех. Но можно и так. Ладно. Надо на самом деле нападать, то что вы меня загрызете, если я опять буду подолгу проходить. Хотя мне нравится проходить подолгу. Я люблю, когда, знаете, так размеренно, медленно, спокойненько так. Не мешая ни себе, ни людям. Надо защищать все-таки свои вложения. Оу. Отлично. Аккуратненько. Надо вообще на самом деле вот с этой стороны как-то нападать. Ты офигел, почему вы его не бьете, ребята? Вообще офигевшие, что ли? Психанутые психопаты. Так, а почему вот этого нету все время? Ни черта, простите. Ауч. Когда стреляешь по себе, это не так круто. Постоянными подзаказами, в принципе, можем вот так вот и охотиться на тиранов. По чуть-чуть, понемножку. Взяли бы, конечно, бы им броню установить, но окей. У нас пока и так все нормально. Итого, вот у нас вторая база. В принципе, получается. Невзначай так чуть-чуть. И мы можем более-менее нормально развиваться. Ладно. Посылаем сюда Керриган со своими войсками. Мимимишными. И надеемся на то, что на нас никто в это время не придет. Потому что если на нас, конечно, придут, будет немножко обидно. Ну и больно, как минимум. Здесь у нас достраивается все, что нам нужно. А дальше мы строим вот эту замечательную штученцию. Строим ее где-нибудь вот тут, например. Попутно строим потом еще гейт или два. А думаю, сделаем вот так. Как раз они влезают. И все будет отлично. Ну и построим еще где-нибудь здесь, например, пилончик. Попутно. Наши ребятки уже восстанавливаются. Довольно неплохо. Ну вот о чем я и говорил, на нас напали. Называется вашу ж... Вашу ж мать, простите. Именно в тот момент, когда у меня, в принципе, никого нет. Что еще? Ну да окей. Тем временем мы пока что будем еще здесь смотреть.
Так, идем вперед, убиваем наглых тиранов. Пока они охотятся за моим драгуном, мы их убили. Замечательно. Что мы делаем теперь? Бамс, три выстрела просто в Маринуса, но зато какие выстрелы, да? Замечательные выстрелы в Маринуса пошли. Оу! Это было больно. Это было больно. Ладно, а где моя пробочка, которая строила все эти замечательные вещи? Давайте мы сделаем так, чтобы она построила здесь еще одну базу. В принципе, на мой взгляд, я прохожу все еще слишком медленно. Надо будет ускоряться. Ну, пройду, по идее, быстрее, чем за 50 минут, но окей. Окей, нам нужно сюда парочку зелков. Все-таки, да, против мариков, наверное, лучше зелков клепать, нежели кого-то типа драгунов. Хотя, драгуны тоже полезны. Так, Керриган, я вроде тебя просил отправиться на вот эту базу, нет? Ты еще подумаешь. Ты наглая-то какая, а? Так, давайте драгунов мы уведем тоже на эту базу. Отлично. И попутно будем делать грейд на следующую... следующие вещи, которые нам нужны. А, где здесь пробочка? Пробочка здесь спряталась от нас немножечко. Пробочка, будь милый, поставь. Поставь, хотел сказать. Здесь пилончик, но что-то пошло не так. На пилончик нам не хватает. 150 минералов нужно для храмовников. И мы, наверное, поставим их вот здесь. Не будем сильно заморачиваться. Пока что у нас с ними все нормально. А не очень хорошо же у нас, тем не менее, с грабителями. С их ними скрабеями. Хотя убили они действительно народу много. Что уже плюс. Добыча у нас идет полным ходом. Здесь у нас армия зелков на случай, если что вдруг не так пойдет. Зелки, давайте вы просто вот сюда подойдете, окей? Спасибо большое. Отлично, ну и остальные зелки будут подходить уже к нам вот сюда вот. То есть сюда. Здесь же мы будем производить сейчас быстренько пробочек. Причем мы будем их производить как сверху, так и снизу. Для ускорения, так сказать. Боже ты мой, как же ты орешь-то? Нет, просто на самом деле вы слышите ее тише, чем ее слышу я, и она у меня орет прям жестоко. Особенно, когда она орет что-то типа... Ах вы твари, вы убили моего скрабея. Хотя это грабитель, но пофиг. Мне все равно нравится их называть скрабеями. Хотя раньше мы их на самом деле не так называли. Раньше это была просто гусеничка. Гусеничка. Маленькая такая гусеничка. Ой, зря я выделил двух сразу. Но тем не менее. Так, ты почему мне не построил здесь нужную мне штуку? Мне нужен был здесь храмовнический храм, который ты не строишь, потому что ты не можешь пройти, я понял. Хорошо, построй храм здесь. Храм храмовников. Звучит-то как, а? Как же это странно звучит. Я думаю, что если я сделаю сбор вот здесь, будет все нормально. Так, храм храмовников скоро будет построен. Щиты второго уровня скоро будут готовы. Поэтому все, в принципе, замечательно. У нас здесь куча пробок. Почему бы нет? Минералы стали добываться намного бодрее. Это значит, что можно взять еще одну пробочку, например, и поставить здесь пилончик.
Ну, точнее, не здесь, а чуть повыше, например, вот тут. И еще один вот тут. Думаю, столько пилончиков мне на ближайшее время вполне себе хватит. Тем более, что пробочки у меня здесь есть, так что все хорошо. А здесь больше пробки не производятся, но отсюда мы их будем еще некоторое время производить. По крайней мере, штучки 2, и так мне точно нужны. Зачем, почти пока не знаю, но думаю, нормально, пригодится. Кучка драгунов. А, кучка зелков. Давайте делать кучку зелков. Также делать кучку дарков. И делать... немножечко. Тебя нафиг зелков, давайте просто делать моих дорогих ребят. 4 здесь, да? И 4 здесь должно быть, хорошо. 4 шарика и немножко дарков. И немножко зелков. И немножко... немножко веселых ребят в виде скоробеев. Которые гусенички. Гусенички! Так, и кстати, что-то мы должны были развивать, по-моему. Квиш храмовников. Нет, это не то. Где-то мы могли. Строить мы их, по-моему, могли в роботиксе. А развивать, соответственно. Ну да. Окей, тогда строим здесь роботикс. Вот у нас первые дарки пошли. Дарки это действительно очень хорошо. А дарки плюс шарик так вообще великолепно. Правосудие на твоих плечах, друг мой, да. Согласен. Дарк пока здесь один, но скоро выйдет их больше. Вот еще один дарк. Чем не построить их еще? Упс. Тех отменил, хотел дарков отменить. Потому что все-таки что-то... Я смотрю, газа у меня немножечко мало, а мне нужен урон. Сейчас газ добудется, и мне нужно будет еще сделать вот здесь вот грейд. Отлично, в принципе. Зелка, конечно, точнее не зелка, а нашего друга дарка жалко, но что сделаешь. И да, к сожалению, во второй, точнее в первой части они еще не могли сливаться. Замечательных братьев. Хотя, по идее, сливаться они могли на самом деле, но почему-то здесь это так не работает, как работало во второй части. Хорошо. Где еще один? Отлично. Давайте шарики. Мне нужно много шариков. Шарик! Слейся уже. Так, нам нужна бухта поддержки, окей. Также нам нужно еще пару пилонов. Иди добывай. Так, в принципе, превращение завершено. Сливайтесь, братюни. Кирик у нас, в принципе, восстановился. Можно ей погулять, на самом деле. Глядим как раз, есть ли вот здесь что-нибудь... Какая-нибудь возможность пройти? Нет, пройти возможности нет, но здесь есть туретка. А туретка нас может палить, поэтому здесь... Дарки не понадобятся. Такие дела. А что мы делаем? Нам нужно как-то просветить вверх. С помощью кого мы можем просветить вверх? Я думаю, с помощью... этой замечательной штуки. Штукенции. И давайте построим еще один роботикс.
Недостаточно виспена. Ну тогда отправляем на добычу виспена, почему нет? Как раз здесь три. Отлично. Так как у нас очень много минералов, постраиваем очень много зелков. И здесь тоже. Все отлично. А теперь берем драков и пробуем смотреть, что у нас здесь есть. Очень хорошо. Я жду. Так и будет. О, я здесь жду. Будет больно дракам. Так и будет. За Айур. Очень хорошо. Здесь есть некоторая вероятность, что здесь тоже будет больно дракам. Так и будет. Попробуем, тем не менее, вырезать ее. Я жду. Очень отлично, вырезали. Хорошо. А что там палит? Видать там... А, вон она, туретка. Вижу, вижу. Давайте, выгоняем сюда танк. Убиваем танк. Ах ты ж тварь. Давайте, надо его просто раньше вырезать. Прозрели, да? Гады. Гады, гады, гады. Куда вы мне под танки моих зелков толкаете? Сволочи. Сейчас мы вам покажем. Ладно. Раз так. Собирайтесь, братюни. Собрались? Братюни вроде собрались. Уничтожаем здесь все нафиг. Просто. Ну, уйди отсюда. Теперь сюда приводим что-нибудь полезное. Че зелки? Отлично, много зелков. Это хорошо. Много зелков, это просто замечательно. Пробегаем быстрее вниз. Смотрим, что у нас здесь. Надеемся, что здесь ничего особо нет. Но, тем не менее, у нас здесь видим, что есть юниты. В связи с чем мы ставим на единичку. Отходим наверх. Выбираем шарики. Записываем шарики на двоечку и, в общем, всеми атакуем войсками. Давайте быстренько захватываем. Быстро, 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 быстро. Насколько это возможно. Идем все туда. Нам нужно рашить как можно быстрее. Пока все, так сказать, на нашей стороне. Хотя бы подстраивать... Не будет тебе возможности меня атаковать, гад. Так, у нас здесь есть отряд опять-таки. Вниже мы уже пройти не можем. Смотрим, откуда здесь шли на нас. То есть такое ощущение, что здесь были передропы. Сейчас мы глянем. Так, давайте запишем всех ребят на троечку. Так, бегом. Попутно у нас здесь пока защищает все наше. Так, вот мы видим базу врага. Мы видим, что наши войска в принципе видны. Но наша простая задача — это уничтожить все бункеры. Уничтожить вышки, чтобы нас не палили. Желательно до того, как они убьют
инвизников. И почему-то понять, что у нас не атаковали до сих пор зелки. Ну окей, это норма. А также понять, что у нас таким макаром может легко умереть наш бравый друг. Танк мы здесь уфигакали. Замечательно. Сейчас мы раздолбаем их базу. Как у нас выживает наш шарик? Шарик, живи! Мне нужен твой гребаный урон. Просто вгоняем сюда всех, кого можем. А, черт. Улетаю периодически за экран. И просто продолжаем атаковать. Просто продолжаем все это разрушать. Все, что можем. Просто вперед, 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 не останавливаясь. Просто тупо без остановок. Прям, прям, прям вперед. Попутно мы можем сделать что-нибудь полезное в виде наклепать кучу зелков, например, отправить их сразу сюда. Немножечко дарков и немножечко опять зелков. Наши войска атакованы. Замечательно, дорогие мои друзья. В общем-то, происходит нормальная атака такая хорошенькая. Мы, так сказать, зашли им в тыл. Запустили ежа. И теперь просто разрушаем все, что у них здесь есть. В принципе, нам нужно дойти до суда, тупо спуститься. Естественно, цель мы атаковать не можем. Сюда нам нужно провести рабочего. Берем рабочего, насколько я понимаю, и проводим его вниз. Все просто. А, ты у нас с другом пойдешь вот сюда, бьешь вот эту гадость. Ну, так, на всякий случай. Знаете, честно говоря, смешно смотрится, когда драгун еле-еле убивает Маринуса. Окей, наверное, это нормально. У нас где-то здесь должна быть пробка, по идее, но... Пробка решила пройти каким-то более прямым путем. Окей. Пробки видней. Давайте вы выйдите вот сюда, пожалуйста, чтобы не мешать пробке. Пробка? Давай ты просто это заберешь. И отнесешь домой. Что по цели здесь надо сделать? Задача миссии. Керриган должна выжить. Доставить Керриган к кристаллу Юрай. Ну или кристалл доставить к Керриган. Как я понимаю. Убейте, пожалуйста, эти гадости. Кристалл у нас кое-как доставляется. Где у нас Керриган? Керриган, на кристальчик. Что еще? Стал здесь, парень. Присылайте зон, чтобы забрать его, и можно убираться. Ты хорошо поработала, Керриган. Мы ожидали меньшего. Видимо, я ошибся в тебе.
Я не могу винить тебя, учитывая мое прошлое. Принимай работу. Победа, друзья мои. Собственно, на этом миссия заканчивается. Всем спасибо за просмотр и пока-пока.